решение жителей района, которые приняли, тут хотят идти визит. Вы говорили цифры по поводу 70-75 гектаров свободной земли, да. И так далее. Просто об этом. Это был какой-то мониторинг, да? Информация на администраторов карты, потому что это реально банк вашего города. Вот видно поля и площади, которые не застроены, а фактически засеиваются по солнцем, то, что говорил первый заместитель министра. Граница с городом. Что это за использование земель границы города после чего с целей? И в данном случае говорить о присоединении сетчатки для дальнейшего развития инфраструктуры, да, промышленности, какого-то производства на какой-то территории. Когда в самих границах города есть, ну, вот это исключительно мое мнение, нерациональное использование земли. Что с целью? Почему не выкупить, не построить жилье, не построить в этом предприятии какие-то другие объекты, которые так необходимы любому крупному пункту? Потому что у вас, я так понимаю, проживает 35 где-то тысяч населения. 32 тысячи, да. Население это не маленькие показатели для такой небольшой площади. Как-то можно более рационально использовать. Поэтому не понимаю цели. Я не увидел от мэра предложения, как они используют земли, которые получат, если получат путем объединения громад. И какие перспективы для населения сейчас. Я вижу действительно, что город Южный пересекается с Чалским сельским советом. Но тем не менее, мысль людей, да, и мнение насильно изменять ее не будет. Если этого инициативная группа как с города, так и сельского совета, которые пусть обсуждают это, стол переговоров, и рассматривают разные варианты, где исключительно таким образом действуют. Потому что закон так и называется, добровольный мнение общин, соответственно, это добровольцы.